Ну не хотите сейчас на самоиронии немножко пройти? Хорошо. Заниматься? Давай. Вы садитесь сюда, в эту сторону, да. А это как... Сегодня не забыл, да? Да, да, как подиум такой. Серьезно, а кто звезда? Нет, что такое... вам это, может быть, никогда в вашем деле и не пригодится. Как бы кажется. Ну, это ощущение самоиронии, оно пригодится, оно у вас будет подсознательно. То есть вы должны уметь это. Мало ли что случится на сцене. Вот это вот ощущение самоиронии, оно должно в вас внедриться, потому что что-то упасть может, что-то... Да мало ли что, короче говоря. И вот тут выручает это ощущение. А эта музыка, она как бы способствует только тому, что вы по-другому не сможете. Вы всерьез под такую музыку не пойдете. Из вас, ну, скажем, вот пошел Родио сейчас, вот он ест. Ну, ешь, на здоровье. Вот стоит кресло, да? Это... Вот эту песню? Ну, любая вот, пусть она идет, да, вот, погромче только сделай. Светская тусовочка такая, английская. А ты не можешь всерьез пройти под нее? Я могу. Ну-ка давай пройди. В смысле всерьез? Просто всерьез? Ну, немножко иронично. Ты же... Вот, ты уже вообще идешь. Только сюда иди, наверх. Поверху, наверх пройди. Молодец. Все, молодец. Ну, я вот тут дальше. Я мандарин просто. Мишка, ну-ка пойди. Пройди вот тут сюда. Серьезно? Как хочешь. Я представляю, просто мне лошадь надо очень срочно. Ну ты слишком серьезно. О! Все. Вот, тебя же диктует она, да? Вот. Хорошо. Ну-ка давай, зажги. Что хочешь? Пошути. Я у мамы дурочка. А поживей, поживей. Вот. Получается, только не сразу, не сразу. Вот того, то, сейчас, то, что она сейчас стала делать под конец, этого не хватает внутри. Понимаете, вот немножко такого вот энергетического надсмешки над собой. Даже когда ты серьезно поешь, это, вы же на сцене, то есть все равно вот этот вот какой-то огонек должен быть. Вот как ты сейчас расковалась, вот ты почувствовал это вот ощущение, что ты плюнул на все и стал просто дурака валять, да? Вот это должно быть, свобода такого. Так, давайте дальше посмотрим. Что меня интересует сейчас? Ну-ка, вот ты пройди. Да. А, ну у нее бронхит просто, она сегодня не смотрит. Я стою там. Много чего. Что это было? Как умеем, так и ходим. Как мне это? Как вы сразу видны? Мать честная, прям как на ладони. Ну а теперь просто вот для тебя это больше подходит. А что? Красавец туда. Молодец!
Вот, заведи. Заведи. Сделай это, Борис. Ну, все. Умер, бедный. Мишка не ожидал такого натиска. Ирочка, я с тобой. Вот она сущность-то где у нас. И не всерьез, обрати внимание, а получается круче. Молодец. Вот так и должна быть. Вот. Молодец. Супер вообще. Ну вот, немножко я вас развела, потому что мне нужно было дойти до нашей Аманды Лис. Больше ничего. Вот так, как ты сейчас делала это, не всерьез. Понимаешь? То есть вот это супер. Это супер сексуальнее даже, понимаешь? Нежели это встало и давно это... И так, и сяк. Вот в этом суть, понимаешь? И вот эта песенка... И вот эта песенка, она тоже как бы репетиционная для образа такого. Тебе понравилось самой? Ты чувствовал себя органично? Я не шучу. Молодец, ты чувствовал. Хорошо. Ну все, спасибо вам большое. Для первого дня очень хорошо.